Крупный степной пожар вспыхнул в Благодарном сельском округе Актюбинской области. За раз выгорело 200 гектаров степи. В районе поселка Рауан пожарные добровольцы боролись с огнем в течение 4 часов, но все-таки локализовали возгорание. Пожары в регионе участились из-за аномальной жары, столбик термометра которую неделю приближается к отметке 40 градусов. Страдают не только люди, но и природа. В регионе зарегистрировано 124 возгорания, из них 19 раз горела степь. Помогают в борьбе со стихией добровольцы. На 216 гектарах произошло 11 возгораний. Они были потушены силами добровольных противопожарных формирований. Среди них десятки человек и 19 единиц техники. Последние дни на территории Актюбинской области стоит очень жаркая погода, и вследствие чего увеличивается количество загораний. И вот у нас по настоящее время не было зарегистрировано пожаров именно лесостепных, но вот за последние 2 дня у нас 2 пожара зарегистрированы на территории Актюбинской области.